Итак, здравствуйте, мои дорогие друзья, мои подписчики, мои гости канала. Сегодня мы будем готовить плов. Я думаю, что это видео выйдет отдельно от влога. Я уже готовил один раз плов, но я его готовил, как сказать, по видео, да? Ну, со мной учитель был. Сегодня я его буду готовить исключительно сам. Вот. Ну и посмотрим, что у меня получится. Я жду гостей. Ну, мы ждем гостей, поэтому они должны скоро подъехать. Поэтому мы готовим плов сегодня. Вот. Значит, в прошлом видео я не говорил ни рецепта, ничего. Я не помню, по-моему, не говорил. В этом видео я вам скажу рецепт. Значит, нам надо морковки килограмм. Вот я ее уже пересочил. Ну, на терке. Ну, надо ее вообще резать ножом, но у меня просто нету времени, да. Значит, 400 грамм лука. Вот я его разрезаю полукольцами. Вот. Нам нужен будет килограмм риса. Промыть его, но я его в последнюю очередь промою, еще схожу домой. Вот, потому что я на улице. И 800 грамм мяса. Я возьму чуть побольше, у меня килограмм мяса. Я буду делать со свинины. Ну, как говорится, таджикский плов не делается со свинины. Ну, мы хотим со свинины. Так как Ирина баранину не хочет кушать, хотя баранина очень вкусная. Вот. Ну, когда-то я сделаю баранину. Опять же, вы скажете, ну, был же уже плов. Два плова не бывает одинаковых. Знаете, кто это сказал? Это сказал Макаревич, который ведет передачу «Смак». Вот. Так что сейчас вот дорезаю лук и начинаем, и думать, ну, помою рис и начинаем готовить наш плов в казане. К сожалению, я хотел к казану приварить трубу, но я уже не успел, поэтому будет опять очень много дыма. Я постараюсь вам не показывать, где дым, так будет. Вот, в принципе, я уже научился регулировать поток. Вот, что еще нам нужен? Нам нужен будет перец, это смешанный перец, зира, соль, я морскую люблю соль, ну и масло 300 грамм. Все, вроде все. Все, до следующего включения, пойду помою рис и приду. Вот я принес мясо. Такие небольшие кусочки нарезал. Ну, это ребра, да, тут такое вот. И принес масло, шумовочку нашу, а рис Ириша мне промоет и принесет. Итак, наливаем 300 грамм масла. Сейчас скажу, раз, два, три, чуть-чуть. Ну все, нагрелось наше масло, да, нагрелось, сейчас поближе поставим, чтобы видно было. Все, и обжариваем лучок наш. Соединить его надо. Ну, сейчас еще чуть-чуть и начнем обжаривать мяско. Так, засыпаем наше мясо. Вот. Thank you.
Все, мясо обжарилось, засыпаем морковочку на. Вот сейчас поперчим. Маленькая. Много я не люблю перца, поэтому я никак. И чуть-чуть посолим. Присолим, или как говорят, присолим. Много не будет. Все, мешаем, мешаем, мешаем. Еще не готовая морковка, не готовая. Вот чтобы она цвет взяла. А сейчас мы заливаем водички сюда. Вот, залили водичкой, ну примерно, чтоб два пальца, ну сантиметра три тут было воды. Вот сейчас закипит, огонь у нас небольшой, и 30 минут будем варить. Так, прошло полчаса, закладываем мы рис. Складываем в серединке, накрываем чашечкой и убираем огонь, потому что огня много. Горочкой сложим сейчас. Убираем огонь и полчаса парим. Ну вот и все, наш плов готов, и мы идем кушать. Так что как-то так, ребята, готовьте на здоровье. Все, что вроде я все сказал, как готовил, все, что не сказал, то напишу ниже в комментариях.